Чистая питьевая вода без перебоев. И это уже не мечта долгих лет ожиданий. К концу года жители аула Беслиней будут обеспечены качественной водой. В эти дни там идут работы по замене старого водопровода, который уже на 90% не выполнял свои функции. За их ходом проследила Фатима Даурова. Изношенность водопровода в ауле Беслиней Хабесского района – причина постоянных отключений воды. Приходится запасаться ею в те редкие моменты, когда она поступает. О напоре и речи быть не может, так как ветхий водопровод попросту не выдерживает давления и постоянно прорывается в разных местах. Зачастую жителям приходилось перевозить живительную влагу из отдаленных родников, колодцев и из речки. Но в этом году картина с водоснабжением кардинально должна измениться, считает глава сельского поселения Гарит Хагапсов. С постройки вот этого водопровода у нас мы надеемся, что вода чистая в любом доме будет в неограниченном количестве. Программа ведется, то есть строительство ведется по программе комплексного развития сельских территорий. Выделено вот на этом этапе около 50 миллионов. Строительства ведутся очень хорошо. Качество мы никаких претензий не имеем. Все время наблюдаем, строим. Жители сами заинтересованы, вот столько лет ждали. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» разработана Министерством сельского хозяйства России и действует с 2020 года. Она рассчитана на 5 лет и охватывает весь спектр вопросов, которые касаются жителей села. Это развитие инфраструктуры и создание условий для того, чтобы сельский образ жизни стал привлекательнее. Данная программа включает в себя подпрограммы. Это и водоснабжение, газоснабжение, это строительство социальных объектов, культурных объектов, и дороги, и освещение улиц. Все, что необходимо для полноценной жизнедеятельности жителей населенных пунктов нашей. В настоящее время идет прокладка труб по улицам Гутякулова, Гагарина, Охтова и Ленина. Общая протяженность труб составит 19 километров. Предусмотрена замена напорного трубопровода. А осенью, когда вода в реке Большой Зеленчук спадет до необходимого уровня, будет построен водозабор и произведена реконструкция насосной станции. Мы ждали всю жизнь чистую воду в наших домах. Эти несколько месяцев пролетят быстро, делятся жители Беслинея. Мы очень долго ждали таких перемен. Мы сейчас довольны и работой главы администрации сельского поселения довольны очень. И вообще мы довольны и районом последнее время. Очень довольны. Преобразования все ждут, хорошего все ждут. Но мы надеемся, что у нас аул преобразуется и все будет хорошо. Я часто заходил к главе администрации аула и спрашивал, что будет, что ожидается, что намечается. За последние несколько месяцев не захожу. Он говорит, почему не заходишь? Вопрос решается. То есть мы довольны тем, что строится это все водопровод, чистая вода, в программу попали, в программу чистой воды, что мы попали. Мы очень рады, очень мы долго мы мечтали. К этому в конец итоги подошли. Эта уличная водокачка сейчас выполняет функцию раритетного экспоната и не по своей воле, но к концу осени она оживет в буквальном смысле, и вода с напором свободно польется в ведра жителей. Фатима Даурова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабесский район.